Ноябрьского подростка подозревают в угоне. В полицию обратилась жительница города. Она сообщила, что 4 апреля у нее угнали автомобиль, припаркованный у дома по улице Рабочая. По горячим следам полиция нашла угнанную шестерку и подозреваемого в преступлении. Им оказался 15-летний житель города. Как выяснилось, ранее молодого человека уже привлекали к уголовной ответственности. Отдел МВД России по городу Ноябрьску обращается к жителям города с просьбой: покидая автомобиль, не оставлять в салоне документы и ценные вещи, всегда включать имеющуюся сигнализацию. В случае покупки подержанной машины замените замки дверей, противоугонное устройство. В случае, если вы обнаружили, что ваш автомобиль угнан ранее, об этом сообщите в полицию. И до приезда следственно-оперативной группы на месте происшествия постарайтесь ничего не трогать с целью сохранения следов преступления.